Хабиб, как матч? Очень хороший матч. Что удивило в игре сборной? Сейв Гильерми. Почему хороший? Как-то опять скучно, нет? Да, не хочу просто критиковать. Почему? Зачем? Ну, зачем? Нормально, пацаны сыграли 3 матча за неделю. Все-таки 2-0 над Мальтой не так впечатляет. 3 матча за неделю и 7 очков, я считаю, что это шикарно. А вам больше игрок Казани или Чечехова нравится? Вот это уже провокационный вопрос. Рафина, верим? Вот это уже провокационный вопрос. Хабиб, тебе в эти выходные играть в футбол готов? Где? На Кубке Легенд будешь? Ну, я хочу посидеть, не знаю, насчет игры, если я там мешать не буду. Все, ребята, дайте. Спасибо большое. Спасибо.